Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Покупки Wildberries и Озон». Итак, поехали. Так, смотрите, что мне пришло с Wildberries. Это у нас с вами машинка для удаления катышка. Я уже на пункте выдачи ее открыла, посмотрела, все ли нормально. Давайте распаковывать. Как называется, кстати, бренд. Она хорошо упакована в пупырку. Вот люблю, когда продавцы, ну хотя бы вот в пупырку упаковывают, да, и с товаром за доставку ничего не случается. Она заряжается у нас с вами от USB. Какой у нас здесь разъем? Да, USB-шный. USB-шный разъем. Есть провод. И вот сама машинка. У меня уже была машинка. Приблизительно такой же ценовой категории, но знаете, она очень неудобная, и эта крышечка, она очень неудобная, и она у нас как-то быстро перестала убирать катышки. То есть вот несколько раз мы ей поработали, и все, и процесс очень муторный, очень долгий, и практически уже не убирает, наверное, лезвия затупились или не знаю еще что, поэтому я решила взять что-то поинтересней, что-то подобротней, посмотрела, полазила на Wildberries, отзывы почитала, вот тут вот очень хорошие, простая, она, кстати, такая достаточно легкая, кнопочка включения. Будем ее вместе с вами тестировать. У меня как раз много чего есть, над чем ее нам с вами опробовать. Можно мебель, вещи, постельное белье, одежда, подушки, шторы, сиденья, автомобильная обивка, кстати, вот тоже можно. И игрушки мягкие. Щеточка есть, которую мы с вами потом можем очищать, снимать здесь все и очищать то, что у нас накопилось, тоже очень удобно. У меня в предыдущей машинке такого не было. Почему именно она? Здесь у нас с вами 6 ультратонких немецких лезвий. Она работает целый час без подзарядки. А, у меня прошлая была от батареек. Все-таки с батарейками я сейчас больше ничего не беру и брать не буду. Подзарядил, работаешь, все отлично. То есть в ней встроен аккумулятор. В комплекте кабель для зарядки, вместительный большой контейнер, куда помещается много у нас с вами катышков, да, и она беспроводная, удобная. Это на самом деле здорово. Так, давайте пробовать. У меня здесь термобелье от Faberlic Ксюшкина. И вот по бокам вот здесь вот какие-то, вот видите, образовались катышки спереди именно по бокам. С одной стороны и с другой, вот их прям много. Те же леггинсы из той же коллекции, да, сейчас попробуем. И носок, шерсть тоже можно обрабатывать. Не каждая машинка, кстати, вы знали, можно шерстяные изделия обрабатывать. Это носки, вот видите, тоже фаберликовские. Сколько на них много катышков образовалось после носки, да, и после стирки. Так, ну что, поехали. Сейчас посмотрим, заряжена она у нас. Да, заряжена. Вот вы послушали звук, да, я включила, индикатор загорается, заряженная пришла, это здорово. А заряжается она, кстати, тоже быстро написано, в отзывах почитала, все отлично. А шумит, ну, средне, да, давайте еще раз вам включу. Ну, средне, но, мне кажется, крутится быстро. Так, а теперь будем обрабатывать. И очень быстро. Вот предыдущий мне на самом деле нужно было долго елозить, а тут прям здорово. Смотрите, опачки, и все. Так, сейчас будем вторую сторону. Вот оно как выглядит. Вот это место, вот по которому я прошлась, оно теперь от всей кофточки отличается. Придется всю кофточку проходить. Тут много всяких мелких катышков. А вот тут, где я обработала, прям все идеально, очень быстренько. Так, давайте посмотрим теперь, как на штанах. На самом деле тоже качество белья, но не очень. Но они практически все в катышках. Попробуем с вами на самых проблемных местах. Вот и все, прям пара секунд. Прям пару секунд, и все идеально. Смотрите, как быстро. Потрясающе. То есть, моментальный результат. Давайте теперь пробовать на носках. Здесь море катышков. Thank you.
носки вообще крутые, тоже очень быстро. Очень быстро. Смотрите, как классно и быстро можно привести вещи в божеский вид. Не выкидывать ничего, а вот раз и все. И красота, то есть по сравнению с другой стороной. Сколько их здесь, да? Все свалялось, шерсть. И тут. Потрясающе. Смотрите, сколько у нас здесь внутри всего. Сейчас будем чистить. Столько она всего насрезала. Смотрите. Мы сейчас с вами возьмем щеточку и вот тут вот по краям, и внутри, вот видите, у нас кусочек упал. И все выметим. Вот, почистила. Все отлично, все супер. У нас внутри вот там как раз лезвие 6 штук. Еще, кстати, из преимуществ у нее вот эти вот дырочки, они все разного размера. Видите, побольше и поменьше. То есть захватывает катышки и большие, и маленькие. У меня в прошлой машинке были одного размера. А тут даже есть большие, если то без проблем все удаляется. Еще лезвие выполнено из нержавейки. И встроенный вентилятор есть внутри с отрицательным давлением, который позволяет вот эти катышки всасывать с легкостью. Да, и они у нас тут потом по периметру скапливаются. То есть они у нас обратно никуда не вываливаются, не отваливаются, да, в процессе работы, а именно всасываются и в контейнер собираются. И контейнер, он у нас с вами прозрачный, так, куда я его делала, вот он. И мы легко с вами можем видеть, какое количество у нас там собралось уже материала, чтобы каждый раз не лазить, да, а мы сразу видим, ага, полный, начинаем убирать. Вообще безопасно, здорово, пораниться тут тоже невозможно, все отлично. Ну, удобно, очень удобно, мне понравилось безумно. Удобно лежит в руке, не тяжелая, легкая, эргономичный такой дизайн. Можно с собой в поездку там куда угодно взять. Да, потому что бывает, ну, такая одежда, такие ткани, которые катышки образуют, да, практически вся, наверное, сейчас. Поэтому мне очень понравилось. Сделано классно, стильно, супер, цена тоже адекватная. Сейчас, кстати, праздники впереди. Вот хороший подарок маме, бабушке, родственникам, кому бы то ни было. И на 23 февраля можно подарить, и на 8 марта. Мне понравилась, классная вещь, очень удобная, гораздо быстрее, чем любые другие гаджеты. Удаляет катышки, да. Купить можно на Wildberries, ссылку оставлю в описании. Проходите, знакомьтесь, возвращайте своим вещам первоначальный классный вид. Классные покупочки Wildberries — это одежда, джинсы за 742 рубля на флисе, девчонки, утепленные. Класс, распродавали за 10 минут, распродали, вообще я успела. Девчонки, не знаю, у меня в Telegram кто успел или нет, я что нахожу, такое я всегда кидаю в Telegram, в чат наш. Три пары заказывала, и мы выбрали, сходили, Женька померил, и выбрали одни. Сейчас распакую, покажу. Качество обалденное. За 742 рубля у меня до этого такие магазины за 2500 брал. Причем в обычном каком-то рядовом магазине. Заказывала в нескольких оттенках и три разные размера. И в итоге выбрали вот такие темно-синие. Вообще качество наишикарнейшее. Слушайте, я не знаю, уже бренд это не бренд. Размер вот такой оставили. 36-32. Они стрейчевые, они еще тянутся. Они ему с небольшим запасиком. Но он работает зимой на улице и надевает еще джинсы вот эти с начесом на трико или на термобелье. Две пары отправили обратно на склад, а вообще их разобрали быстро. Вот сейчас, о, смотрите тут, что это? Ценник из магазина, что ли? А, нет, это что-то, что-то вот тоже написано. В общем, очень понравились. Если будут на складе, обязательно берите. Вот так они выглядят. Здесь небольшие потертости. Тут такая вот штучка тоже сейчас отлипит. Цвет вот этот мне больше всего, кстати, понравился. Самый такой, знаете, дорого-богато. И по длине нормально. Я читала еще отзывы для этого. Кто-то писал какие-то размеры по длине, что ли, не подходит. Поэтому всегда беру несколько размеров. Благо, у меня оплата после. И вот он начесик. Они очень такие достаточно плотненькие, тепленькие. Прям такие толстенькие. Сама джинса толстая. Плюс еще вот этот вот внутри начес. По длине, кстати, у меня муж 1,86 м. Вообще нормально, вот как раз, прям как раз супер, все здорово. А другие джинсы мы мерили, по-моему, 36-34, вот они прям больше. Они прям больше и даже еще чуть подлиннее. Мы решили взять вот такие. Вот тут везде он, по всему периметру этот начесик, очень так хорошо прошито, качественно смотрится, вообще обалденно. Артикул оставлю, смотрите, мониторите, может появится. Так, и дальше. Взяла крестюшки тоже, видела, по 300 с копейками рублей комплект. Да, сейчас налью, малыш, комплект маечек и трусиков. То есть три штуки. Три маечки и три трусика. Мы дома бегаем, у нас дома жарко, бегаем в майках, бегаем в трусиках. Поэтому решила взять 98-104 ростовка, размер 3. Сейчас откроем. Там для девочек и для мальчиков были наборы. Вот эти два одинаковых и один отличаются. Тут у нас какие-то жирафчики, слоники, Little Baby и Love.
Вот такие вот классные, красивые маечки. Обычные такие хорошенькие трусики. Хлопковые, хлопок стопроцентный. Здорово вообще. Потрясающе. Хорошо, что взяла такой размер. Мы ростом поменьше, но пусть лучше будет с небольшим запасиком. Такие расцветочки. Все прошито хорошо. Разные только бренды. Смотрите, в одну упаковку здесь звездочка. Трикотажные изделия здесь. Райксон какой-то. Хэппи Бэби. Здесь опять то же самое. Вот эти, то есть они вообще одинаковые. И один отличается. Ну, здорово. Мне кажется, только вот это даже побольше как-то. Да, тут трусики немножко побольше. И только на одних наклейка. Ага. Опять отзыв. Клеют. Все хотят отзыв. А сейчас вам. Девочки, смотрите, у меня вывалилось. Я не заметила. Это подарок. В маечках был, в трусиках. Вот это я понимаю. Вот за это можно отзыв написать, потратить время. Это наклеечки. Смотрите, какая прелесть. Так я смотрю, на полу валяется. Это из маечек вывалилось. Подарочек производитель положил. Вот. Смотрите, как здорово. Сейчас девчонки будут играть. Вот это молодцы. 300 рублей всего лишь за комплект из трех наборов. Да, еще подарочек. Здорово. Покупочки Wildberries. Здесь у меня прикольный подарок мужу на 14 февраля. Я уже не знаю, что дарить, поэтому постараюсь что-то такое с приколом. Там очень прикольные девчонки-боксеры, но я их не буду на камеру показывать, потому что они такие... Ну, не то, что неприличные, это они нормальные, но очень смешные, поэтому я вам покажу только футболку. Прикольная футболка энциклопедии опытного рыболова. Он у меня рыбалку очень любит, я, в принципе, тоже взяла в 56 размере. Знаете, такая... Хлопок синтетика тянется немного. И вот тут вот такие вот рыбки. Да? Будет носить, может быть, дом, может, и на рыбалку надевать, когда потеплеет. В общем, ну, прикольная такая штука. И цена адекватная. Тогда на Дзене все ссылочки, артикулы, как всегда, оставлю. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ссылочку на машинку для удаления катышков оставляю под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.